Еще одно мое стихотворение, которое называется «Скрипач». В подземном переходе музыка звучит, то плачет, то танцует, то душу холодит. Сидит скрипач в коляске, смычок в его руках, играет всем на зависть, с пледом на ногах. И нет такой погоды, чтоб было тяжело сюда ему добраться, на место на свое. Людей проходят толпы, кто искоса глядит, а кто монетку бросит и рядом постоит. Никто из них не знает, что парень тот герой и вместе с этой скрипкой ходил на страшный бой. Афганистан запомнит парень навсегда, там оставил ноги, предала судьба. Девушка не стала ждать его приход, быстро вышла замуж в роковой тот год. И вернулся парень в свой пустынный дом с тех горячих точек, что приходят сном. Ночь каждую от стрельбищ не может он заснуть. Душманы, горы, взрывы ранят его грудь. Перед глазами бой тот, что поделил всю жизнь на ту, что до и после. Какой и жить какой есть смысл? Но грела душу скрипка и выжить помогла, в отличие от девушки, его что предала. Перед глазами танки и лица тех ребят, шел с кем бок о бок рядом, и многих наградят. Но наградят посмертно, и в цинковых гробах домой вернутся парни, убитые в горах. Афганистан запомнят души матерей, что ожидали дома живых своих детей. В подземном переходе музыка звучит, и тот скрипач на скрипке играет свою жизнь. Теперь-то он не нужен родине своей, туда, что отправляла своих всех сыновей.